Всем привет! Сегодня мы с вами отправляемся на прогулку в Ашан. Обожаю предновогоднюю атмосферу в магазинах. Здесь столько украшений, дома свое, елочки, гирляндочки, но тут какая-то особая атмосфера, музыка, суета. И прогулка добавляет новогоднего предвкушения. Смотрите, есть новые завозы, новые растения. Цветы сюда завозят каждый день 455 и 520. Драцена и лавр. Здесь вижу шлюмбергеры. Есть с бутонами. По скидке 149 рублей. Хорошая уценочка. Смотрите, 302 рубля с патифилум. Тоже скидка, так как подвядшие цветочки. Очаровательная салатовая пепперомия. 199 рублей. Тоже скидка. Здесь очень хорошо регулярно оценивают растения. 79 красула, 253 растения в миксе. Здесь можно найти диффенбахи, драцены, папоротники. Каланхой 79, тоже уценка, 486. Фаленопсисы мини с увядшими цветочками. Но, конечно, можно было бы и подешевле поставить. Такие малявочки есть вот со свежим цветочком одна. Хорошие корни, но мне кажется, тут дороговато для цветашек. Вот, снова все по 79. Отличные уценки в Ашане. Здесь такой оборот растений, я прям удивлена, что привозятся они каждый день. И уценки каждый день. 179 здесь растения. Традисканции вообще 49. Отцветающие пеларгонии, отцветшие. Очень хорошие, интересные уценочки. 79 рублей. 179, вот большой рео варигатный, пеперомии. Дальше сортовые разные кротоны. Слева бальзамины. Вот они. 351 рубль. 626 кротоны. Крупные. Замиокулькас. Драцена. 299 драцена, 671 замиокулькас, 277 дизиготека. Свеженькие растения. Свежайшие фикусы бенджамина. Смотрите, какие яркие салатовые листочки. 294 рубля. 199. Снова растение в миксе. 337 варигатная шифлера. Вот она стоит. Драцены. Фикус эластика. 399. 437 драцены. Красноватые листочки. 399 что-то по уценке. 719 антуриум. Какие цветы интересные. Хамидорея. Пальмочки. Наша ярчайшая сочная зелень. 296 рублей. 783 замиокулька. 749 соседка юка справа. Диффенбахии. Потрясающе неприхотливые яркие растения. 264. 507 рублей гиппиаструм. Вот они, большие такие луковицы. Вторая полочка. Плющики, хидеры, варигатные зеленые формы. 205 рублей. Смотрите, какой интересный
Цветок. Это не цветок, это прицветник у пуансетти. Рождественская звезда, но она необычная. Кудрявый прицветник. Фикус эластика. 549. Маранта триколор. Вот она, красавица. Яркие розовые прожилки по пестрой зелени. Здесь саланум по уценке 99 рублей. Отличная уценка. 79 рублей розы без цветов. 346 кофе. Кофе очень интересные, блестящие листья. Декоративный перчик. Какие красивые яркие ягодки. И я впервые вижу варигатную форму перца. Впервые вижу в магазине, в продаже. И есть еще один экземплярчик. Ну, такие немножко потрепанные. Видимо, их разобрали. 231 рубль. 1328 и 1390 кротон и дальше антуриум. Вот такой большой красавец. Это малышки гордении 450 рублей. Здесь прячутся в пакетах спатифилум и женское счастье. Поэтому, наверное, женщины на упаковке. 735 рублей. 465. Налина. И совсем недорого. Прелестная цена. Драцена. На штамбе, на ножке. 455 рублей. 701 рубль. Хризантема. Хризантемы необыкновенные, тоже свежайшие цветы. Смотрите, какая красота, хоть на открытку. Прекрасные растения, отличный букет. Переходим к орхидейкам. 788 и 822 рубля. Два вида. Белый с желтой серединкой, розовая, такая оранжевая изюминка в центре. Осталась на каскаде одна. Белый с розовым, наверное, Red Lip. Вот тут тоже красавица. Название прочитала на горшке, но не запомнила. Такое сложное из трех слов. Красивый в крапинку. И вон вижу рыженькая. Вот это, наверное, притория. Ох, всех не перечитать. Сколько красоток. Вот это яркое. И вот еще яркие пятнышки. Новогодний нарядный калицефалус. 217 рублей. Весь усыпан блестками. Интересные веточки. Белые, будто в снежке. И еще и мерцают блестками. Точно новогодний подарок. Вот эта красотка селегинелла. 208 рублей. Селегинелла. По сути, это мох. И условия создавать дома нужно очень-очень влажным. Елочки. Ель коника. 239 рублей. Кипарисовик. 283. Для тех, кто хочет создать лесную атмосферу дома. Ниже прекрасные фиалочки, цветущие. Тоже я вижу, что цветы очень-очень свежие. Все целенькие. Ой, какие рюшечные края у цикламена. 284 рубля цикламен. И 360 рублей букет фиалочки. Синие цветы прямо завораживают. Хороший выбор суккулентов. Сейчас пробежимся здесь. Растения. По скидке 399 рублей. Вот такой кактус. Растет высоким. Дендробиум 399 рублей. Хорошая скидка, потому что отцвел. 1653 рубля к
крупномеры, драцены. Для крупных помещений, офисов. По 1090 рублей. Еще растения, драцены 539. Поменьше. Красавица большая калатея. Тоже в очень хорошем состоянии. 947. 1627 фикус. А драцены 990. Вот такой пышный кустик забрали при мне. Радермахеры 428 рублей. 1622 налина. И орека 1190. Перемещаемся вниз, смотрим на красоток Сансивьерии. Разные миниатюрные розеточки, компактной формы, канареечки. Все еще имеются в наличии, но на этот раз с хорошей скидкой. Канарейка 990 рублей. Сансивьерия микс 199, 299. Кротоны 304. Тоже разные сорта. Какие-то 299, Кланхой 79, отличная уценочка, прямо корочки-рябушки, какой-то 99, Хамидария 224, Дизиготека и Драцена по 195, очаровательные суккуленты 178 рублей Хавортии. Разные сорта, кактусы, эхиверии, 172 кактус, 99 эхиверия, суккуленты микс 129 рублей, эхиверии, красолы, кактусы, с сухоцветами кактусы, 99 рублей, отличная оценка. И разные сорта, разные формы. Длинные колючки, очаровашки. Спускаемся ниже. Здесь 188 и 79 красола. Яркие, нарядные. Кактусята 179. Мамиллярия 162, 145. Микс. И снова хавортии и алоэ, 147 рублей, 189, 161. Красавицы фитонии. Есть уценочка 149 рублей, отличная скидка, и 337 побольше кустики. Яркие красотки 259, 253 растения микс. Вижу драцены, драцены закрученные, прям красивые такие. По-моему, сорт сюрприз. Сенсивьерия зеленая 373, фикусы крупненькие, фикусы бенджамина 399. Интересный суккулент 265. Хидеры и хаворти. Молодила. Маленькие розеточки. 371 рубль. Красола 199. Хидера 202. Узнаваемая форма листочков, как пятиконечные звездочки. И хиверии. 151 рубль и 211. Вот эти крупные розеточки. Прекрасные экземпляры. Портулакари, красулы, хаворти. 265 рублей. Растения микс. Большие кактусы. Какие красавцы. По 417 рублей. 299. Вот такие в упаковках.
и вот кактусные семейки. 327 рублей. Здесь новогодняя витрина полностью из рождественских звездочек. Называется растение пуансеттия. Небольшой кустик стоит 152 рубля. Вот они, те самые кучерявые прицветники. 205 рублей. Вижу такие впервые. Очаровательно, да? И так красивые. Еще и кучерявые. Есть кустики побольше. Розовые и красные. $342 рубля. Друзья, мы с вами посмотрели все, что есть сегодня в Ашане. А я вас благодарю за внимание, за вашу дружбу и лайки. Желаю вам всего-всего самого хорошего. С наступающим Новым годом поздравляю. И пока-пока. До скорых встреч. Увидимся.